Привет, команда, привет, зрители, с вами я, Пират, и мы продолжаем играть Don't Starve. И я забыл снова, как называется это DLC. В общем, новая DLC, которая у нас вышла недавно. Так, значит, мы на этом острове, да? Тут мне говорили, что магму можно как-то добывать, точнее, золото из камней магмы. Что-то такое. Но мне для начала хотя бы рассудок восстановить. Это не работает, ладно. Что писали? Я не могу это. Хорошо, мне писали, сам догадаешься, как это делать. Окей, догадаюсь. Только когда? Ладно, неважно. Так, блин, у меня с рассудком плохо и еды нету. Надо срочно... Срочно что-то с этим делать. Надо по этому острову пройти. Еду собрать всю, которую тут есть. О, хоть цветочки. Немножко нам рассудок на 5 восстановили. Так, что еще? Пауканы тут живут. Много пауканов. О, цветочки, ура. Так, 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 змея, отстань. Реально, змея, просто отстань от меня. Я хочу острова смотреть. Мне надо где-то базу построить уже. А то уже 5-й день, а у меня так и нету базы. Знаете, что мне интересно? Замесь гончих. Что тут будет замесь гончих? Кто же придет сюда? О, золото. Так, еще немножко еды. Так. Ну что ж, пора бы нам где-то поселиться. Надо найти. Так, все, ладно, хватит собирать разный хлам. Давайте пойдем и поплывем уже на какой-то нормальный остров. Это, в принципе, мне нравится. Тут камни есть, но тут много змей. Это меня немножко пугает. Так, так. Так. Кстати, я отключил по вашим советам все... три змеи с одного куста! Что они там делали? Я ухожу отсюда. Слишком много змей на этом острове. Не нравится. Мне... Я вообще не люблю змей. Они ужасные. Так, камень мы оставим. Он нам не нужен. Полдня прошло, у нас есть полдня, чтобы найти... О! Это что? Что это значит? 150 и... Там еще что-то, какое-то число. Я не вижу. Ну ладно. Куда-то мы отправляемся. Так, эти штуковины что делают? Пока что они нам ничего плохого не делают, и меня это радует. А это время, возможно, моего кораблика, и потом он сломается. О, хорошо, что я отключил моды и заметил это. О, рыба. Прикольно. Мы плывем против течения. Это не прикольно. Хотя не в первый раз. Вау. Вот это я ушел. Так. Окей. Что это? Что-то плывет за нами или не за нами? Что? Мы что-то потеряли. В смысле? Чё мы потеряли? Чё выпало с меня? О-оу. Мы разваливаемся. У нас проблемы. Пора найти сушу. Так, сверху что-то есть. О, бочка. В смысле, атак?
Она горит. Она ща рванет. Воу, круто! Ну, не достал, короче, до этой волны я. Ну ладно. Так, сколько у нас? У нас 54 жизни. Ребят, мы скоро потонем, если не найдем какой-нибудь остров. Надо быстрее где-то причалить. И при том сейчас у нас наступит ночь. И все будет плохо. Снова дерево отвалилось какое-то. Бревна с моего кораблика. О-оу. О-оу. Вот. Это куда? Если тут водоросли, значит где-то тут должен быть поблизости остров, не? Это еда. Это еда. О-оу. Мой кораблик потихоньку ломается. Так. Так, так, так. Где же ты остров? О, я вижу. Я вижу сушу. Ребят. Что это было такое? Что это? Что это? Прикольно. Ну что, давайте тут поселимся. Я еще даже ничего не разведал, но мне пора уже где-то делать свою базу. И я так наугад просто взял и сделал ее тут. Это плохо, конечно. Мусор stick to eat. В смысле, это готовить можно? Что это? Без понятия, что я сделал. Сам не знаю, просто сделал наугад что-то. И теперь... Ладно, давайте приготовим. Хотя бы что-нибудь. Если вдруг у нас будет проблема с едой, то придется кушать вот это. Так, срубим. О, надо лопату скрафтить, точно. Так. Так, лопата, лопата, лопата. Я ее еще не крафтил. Отлично, теперь у нас есть лопата. Надо ящик скрафтить. Ящик, самый обычный ящик. Для этого нам надо 3 бревна больших. Они крафтятся, я не помню где. 1, 2 и 3. Чё там? Эта фигня нам не надо. Чест. О! Ставим ящик. И сбрасываем в него хотя бы золото пока. Вот это. Паутинку. Вот это. Камни, ладно, оставим пока. Так, бабочки какие-то. О, тут можно рыбу ловить. Слушайте, мне, знаете, мне удочку надо скрафтить. Потом. Потом скрафтим. А, я понял. Это типа, там щупальца живут. Это болото. Это, короче, ребят, болото. Поселился я возле болота. Не знаю, хорошо ли это. В общем, узнаем. Скоро мы все узнаем, да? Опа. Так. 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 Скушаем. Мне надо поджечь еще несколько этих деревьев, чтобы... О, у меня что-то мало травы. И что я делать будем? Надо сжечь 6 деревьев. Тут как раз их 6. Ладно. Придется сжечь все. 1, 2. Сохранение. 3, 4, 5. И 6.
Так, хорошо. Теперь мы сможем сделать казанок. Странные они, кстати. Походу, что-то не проработали их текстуру, когда они сгорели. Хотя, возможно, такие и должны быть. Но мне они просто черные. А что это такое? Фишбон? Что это такое? Оп, я не пожалею за то, что я это поднял. Здорово, Честерок новенький. Ха-ха, прикольно, ребят. Мы нашли Честера. Ой, смотрите, какие прикольные. Оу. Оу, что это было? Оно убило Баттерфлая. Оно убило его. Блин, это печально. Так, ну что ж, нам надо казанок скрафтить. Где-то я его видел. 3 камня больших. Большие камни. Веревка, нет. 1, 2, 3. Казанок, казанок. Отлично. А холодильник тут также делается. Рюкзак. Нету у меня палочек. Чего? Палки закончились, ребят. Что делать будем? Надо идти за палками. Я не знаю, где я их найду. У нас есть еще полдня. Оу! Воу, 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 воу. Ты что такое? И что ты такое злое? Чем мне его убить-то? Странная штука. Я не вижу, сколько у нее жизни. Лучше с ней не связываться. Так, побежали, побежали. А тут вода и болото. Больше ничего нету. И тут нету палок. Я сейчас сдохну. Я сейчас доиграюсь. Блин! Уходим. Уходим отсюда. Ой, попугай, что с тобой? Ты в дерево как-то застрял. Так, все, я понял. Пипец, это опасный остров. Зачем я тут поселился? Это же просто жуть какая-то, а не остров. Так, мне надо срочно... А что ты? Паутинку возьму. А у меня нету палочек, чтобы скрафтить удочку. И куда мне плыть? Куда я могу уплыть? Я даже не знаю, ребят. Жизней мало, всего мало. Надо деревья нарубить. Так, что нам надо на обычно? Ага, мне хватит еще на одну лодочку. О, есть какая-то получше? Батрик. Парус. На мне отравление. Отлично. 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 Выживание. Где отравление снимать? Так, мне надо срочно найти, где отравление можно снять. А то кто-то сейчас помрет. Может, тут где-то? Нет. Змея, ты чё? Антивеном? Мне тупо... Нечем подлечиться.
И что я приготовлю сейчас, я даже сам не знаю. Так, где-то я видел антивеном. И у меня ничего нету для этого. Ну, замечательно. Надо вот такую одну штуку, три вот этого и кораллы. Откуда я кораллы могу достать? Ура, хоть что-то приготовилось. А толку? Толку никакого, потому что... Потому что я это все не успею насобирать. Где-то тут. Вот это я смогу найти на камне, вот это я могу собрать. Кораллы я еще ни разу не находил, я даже не знаю, где они. О-оу. Недолго продлилось мое выживание от тупой гадюки. Так, у нас там чутка осталось. Так ты же летаешь. Лети, птичка, лети. Так, три такие штуки, по-моему, надо. Вот кораллы, где найти кораллы? Вот эти три штуки есть. Хорошо. А коралл? Или как оно там? Вот. Да, коралл. Где его достать? Я вообще без понятия. 5 жизней. Я сейчас сдохну. Я тупо не знаю, что мне делать. 3 жизни. Палочек нету, ничего нету. Как не отхилятся-то? Это кушать нельзя. Ну что ж, ребят, тупо умер от яда, потому что не знал, где найти кораллы. В принципе, я видел, по-моему, один раз их, или не видел, я сам не помню. Тупо все испортили змеи. Плохие змеи. Что ж, если хотите увидеть продолжение, пишите об этом в комментариях, но я думаю, скорее всего, что оно будет, потому что мне понравилось, и я хочу прожить больше, чем 6 дней. 6 дней, даже не неделя, просто 6 дней. Что ж, всем спасибо за просмотр, и пока.